Я Анастасия Миронцева. Мне 25 лет. Меня задержали 16 октября 2020 года вместе с моей сестрой Викторией, которая сейчас, так же как я, находится в тюрьме. До задержания я была одной из лучших студенток последнего курса Белорусской государственной академии искусств. Но я не могла попасть на государственные экзамены, так как была за решеткой. Официального письма от органов в академии не пришло, и меня отчислили. Меня обвиняют в якобы организации и проведении действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Поводом для задержания меня и моей сестры послужило видео с протестов 10 августа 2020 года, на которое мы обе попали.